Главная елка города не раз собирала возле себя дружные хороводы из детворы. Убранство всей площади нового сквера впечатляли не только бендерчан, но и гостей города, которые с удовольствием делали многочисленные фото на память. Время прощаться с новогодним сезоном. Закрытие елки в субботу, 15 января. Творческие коллективы города Бендера, непосредственно наши коллективы культурно-досугового центра «Шелковик», готовят представить нашему зрителю, нашим дорогим бендерчанам, концертную программу, посвященную закрытию новогоднего сезона, закрытию елки. Это будет концертная программа наших вокальных коллективов, среди которых и народный вокальный ансамбль «Овация», «Спиранса», «Ремикс» и другие коллективы. 1, 2, 3, поехали! Концертную программу назовут «Куда уходит Новый год». Репертуар наполнят номерами новогодней тематики. Начнется праздник в 4 часа вечера с детской игровой программы. Не обойдется без главных зимних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Им все вместе скажем «до свидания». Попрощаемся до следующего года. А завершится праздник молодежной дискотекой. Мы будем праздновать.